тяжелобольного белгородца самолетом эвакуировали в Москву. Спасатели отправили за пациентом Ан-148. Это санитарный борт, оснащенный самым современным оборудованием, включая аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы. Вместе с мужчиной перевезли его родственников. Ну а чтобы не случилось самого страшного, от больного весь полет не отходили врачи. В полете работают бригады авиамедицинский центр медицины катастроф всероссийского и центра спаса. Психолог на борту. Все готово для того, чтобы больного эвакуировать. И все необходимое на борту имеется. После посадки мужчину отвезли в институт Склифосовского. Теперь за его жизнь борются самые опытные эскулапы столицы. Добавлю, что российские спасатели несколько раз в неделю эвакуируют тяжелобольных пациентов из разных городов страны и даже мира. Ну, как правило, их везут в Москву, либо же в Санкт-Петербург.